Всем привет, ребята, с вами я, Лиза, на канале Котики, Кошечки, ой, котята. И я заснимаю, конечно же, видео, как я рисую. Сейчас мы начнем рисовать. Ой, ладно, я заснимаю такой вот черный фломастер. И начинаем рисовать мы. Лоб будет с другой стороны казаться, конечно. Хотя... Ну, вам будет так вот как-то казаться, почти с другой стороны. Смотрите, мы первым делом рисуем вот так вот. Ну, мы кота рисуем, да? Басика. Пробуем нарисовать нашего Басика. А вы в комментариях оцениваете от 0 до 10 баллов. Басика вот так вот ушки идут. Так вот лапочки рисуем. Вот вторую лапочку. Теперь мы Басику нарисуем вот тут. Ну, его ротика у нас нет, нужно ее нарисовать. Уже носик и глазки. Вот Басик у нас уже как-то получается. Написано на Басике. Это у нас первая буква. Только Бас уместилась. Ну, будет так. Теперь мы Басика будем раскрашивать. И мы раскрасим его обычным карандашиком простым. Сейчас, ребята, мы найдем его. А вот пока что... Ну, у меня, если нет, я нашла фломастер. Фломастер у нас крашу Басика. Раздел ушечко раскрашу фломастером Басиком. Похоже же на Басика. Я уже говорю, напишите в комментариях, похоже это на Басика или не похоже. Ну, может же такое быть, что не похоже. Ну, похоже для меня, например, вот для меня очень даже похоже. Для вас напишите в комментариях. Если вы еще не знали, что у меня в ТикТоке есть, ну, мой канал, так сказать, заходите в ТикТок и там увидите мой канал. И там вот Басика тоже самое, снимаю разных Басиков прикольных. И там 5 подписчиков. Подписчиков у меня 5. Так, теперь мы берем какой-то вот этот Басик. Ну, давайте раскрасим оранжевеньким. Вот так вот. Вроде бы что-то так вот. И глазки оранжевеньким. Вот оцените, короче, в комментариях. Мы будем рисовать следующий рисунок. Он будет у нас, ну, кот. Может, а может, нет. Но я думаю, мы можем рисовать картошку фри. Так, так. 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 И теперь мы берем желтый цвет и вот, ребятки, раскрасим одну штучку. Ну, ее нужно было по-другому нарисовать, но я уже нарисовала вот такую кляксу. И опять красненький берем, вот такой красненький, раскрашиваем. Так. Вот так он раскрашиваем. Так вот. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так.
И получилось у нас картошечка фэри. Что мы хотим нарисовать? Солнышко. Давайте нарисуем солнышко. Солнышко у нас будет с такими же палочками, как и у картошки фэри. Только можно было сделать с другими палочками. Вот такими. И такими вот тоже. Мне вообще нравятся вот такие вот, да, больше всего палочки. Треугольные такие палочки. Ну вот они делают так вот наоборот, зависит. Ну, не знаю, как получилось, так получилось. Делаем на вот одну отверстие и глазненькое отверстие. Ой, ты расскажешь, что у меня все желает тебя. Голубой и красный цвет. Он красный сейчас. Да, ребят, ну заходите ко мне в ТикТок. Заходите. У нас получилось такое солнышко. В общем, вот такие у нас рисунки получились. Оценивайте. Пишите, например, Бастик, там, например, 9 из 10. Солнышко, к примеру, 5 из 10. А картошка фри, примеру, 7 из 10. Ну, пишите в комментариях, сколько у вас там. У меня Басик 10 из 10, солнышко 9 из 10, картошка 9 из 10. Для меня вот так вот. Скажите, Басик вообще копия, да? Ну, мне вот нравятся такие вот мои рисуночки. Так что всем пока, ребятки, и оценивайте в комментариях. Это все.